Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой неделе, если вы помните, у нас закончился цикл передач, состоящий из трех передач, основанный на рассказе Эмиля Дрейцера «Последний звонок». Я решил, что после того, как прозвучал рассказ, исполнение этого рассказа, эмигрантского по содержанию, наверное, прямой смысл имеет побеседовать с автором, чтобы теперь, когда вы познакомились с одним из его произведений, можно было бы как-то поближе познакомиться с тем, кто своим пером все это начертал, кто создал литературное произведение, послужившее основой для телевизионной нашей версии. Итак, сегодня гость нашей студии Эмиль Абрамович Дрейцер. Я приветствую его от вашего имени. Эмиль, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, мы как с вами построим эту передачу? Немножко о вас. Когда вы войдете в звездный литературный статус, это будет неприлично говорить о вас, кем о вас будут знать. До этого далеко. Пока еще, значит, надо немножко сказать, чтобы люди получше о вас знали. Это первое. Второе, мы кратко перечислим хотя бы некоторые из огромного количества книг, которые вы за свою труженическую литературную жизнь написали. Вот. И третье, это надо поговорить о рассказе, который прозвучал в эфире. Итак, о вас немножко. Начну я, первый вопрос такой. По-видимому, я не ошибусь, если скажу, что вы были мальчиком из обычной еврейской интеллигентной семьи, в данном случае одесской, так, что-нибудь 50-х годов, когда вы кончали школу, да, вот, которому родители строго-настрого наказали идти в технический вуз, потому что это дает надежную специальность, так сказать, хлеб насущный, а уж о твоих там литературных страстях подумаешь потом. Точно? Конечно. Картина такая. И вы закончили Одесский политехнический, да? Да, сначала Одесский политехнический. Так, а пришлось ли вам поработать по этой специальности? Да, пришлось поработать, конечно, по направлению. Я поехал в район, в Киев. Да. Меня послали. Я работал 3 года мастером монтажного управления, работал на трассе и так далее. А потом еще несколько лет работал в лаборатории, технических новшеств, тоже по... Это Министерство газа, нефти и газа. Так сказать, поэтому. И только уже гораздо позже мне удалось, отдельный разговор о том, как это удалось, стать редактором технической литературы издательства «Недра», где я проработал. Да, это моя постоянная была работа до конца, до отъезда. Это редакторская работа. А с 65-го года вы начали печататься, вы начали писать художественную, fiction and non-fiction, то есть самые разные произведения. И вы печатались и в «Крокодиле», и в литературной газете, и в журнале «Юность». Несколько слов. В «Крокодиле» вы были просто чуть ли не постоянным корреспондентом. Да? Ну да, у меня было, в общем-то, не сразу, но, в общем, через, по-моему, 2 года после сотрудничества мне дали официальное удостоверение корреспондента «Крокодила». В то время, как вы знаете, это было, наверное, после удостоверения КГБ следующий по силе своей. Ну, конечно, естественно, вопрос был только в том, что, скажем, приехав в какой-то провинциальный город, я мог быть уверен, что я найду место в гостинице. Вот, пожалуй, все мои... Это большое преимущество. Как много гастролировавший, я очень хорошо понимаю это преимущество. Вот. А скажите... Вот когда вы работали, я возвращаюсь чуть-чуть, работали по специальности инженерной, это очень вам тянуло душу? Или ничего, как-то работалось? Не, ну, конечно, мне это было неинтересно никогда, в общем-то, можно сказать, потому что уже находясь, еще учась в Одесском политехническом институте, я чуть ли не в первое же лето, во-первых, пошел в драматический кружок, где я первый раз, почувствовал, что такое сцена и так далее. А потом, через год, образовался студенческий театр «Парнас» в Одессе, где начинали Жванецкий, Ильченко и тогда он был Карцев. Карцев, да. На самом деле его фамилия, конечно, не Карцев, но неважно. Да, я знаю, что он не Карцев. Это было понятно. Я даже знаю, какая. Так что меня, конечно, тянуло это прежде всего, это было то, что занимало меня главным образом. Но под конец...
под конец моего, так сказать, учебного, в смысле, под конец института, к 60-му году, и стал вопрос, я думал серьезно, так сказать, об актерской карьере, но потом, взвесив, решил, что, пожалуй, я этим заниматься не буду. В рассказе «Последний звонок» чувствуется это ваше, это поветрие внутреннее, струя ваша. Да, хорошо. Ну, еще знаете, что мне интересно, и думаю, телезрителям тоже будет интересно. Раз вы так тесно сотрудничали с юностью, с литературой, литературка была свет в окошке в те годы, правда? Вот Чаковский Александр Борисович, с кем вы там общались? Ну, в основном я, в общем-то, не печатался, я общался в основном со штатом 16-й полосы. 13-я. Нет, 16-я полоса, но клуб 12 стульев. А, клуб 12 стульев. 12 стульев, а полоса 16. Да, и, конечно, во-первых, там был редактором был Виталий Резников, и основной, конечно, был Илья Суслов. Он был заместителем. Да. Он сейчас в Америке, по-моему. Он в Америке, да. Он потом работал. Он уехал, кстати говоря, в Америку раньше меня еще на год. Еще раньше вас. Еще раньше меня. И он работал на «Голосе Америки» довольно долго. Да, знаю. Потом работал в журнале «Америка». Да. Вот. Он был главным мотором этой 16-й полосы, да? Да. Он был, так сказать, основным мотором. Хотя официально был Веселовский, заведующий, с которым я, конечно, встречался. Но она была чертовски популярная. Да, все упивались. Да. А как насчет юности? Как там? В юности был, опять же, отдел юмора. Дело в том, что все, что я писал, почти все, что я писал, будучи в Советском Союзе, было в жанре сатиры и юмора. И должен сказать, что меня это самого удивило, когда я начал этим заниматься, поскольку я по натуре, в принципе, не весельчак, как говорится, да? Но так получилось, что когда первый раз принес какую-то редакцию, какой-то очерк лирический, они посмотрели, да, хорошо написано, говорят, ну, вы откуда? Я говорю, из Одессы. А, не морочите голову, напишите фельетон. И вот так получилось, что я начал пробовать себя в этом жанре, и довольно быстро все выяснилось, что действительно... Одесса – это визитная карточка. Это, ну, просто дело в том, что там юмор – это часть жизни, это этот иронический настрой в воздухе, и потом хочешь, не хочешь, это проникает в тебя, неважно, насколько ты... И вообще советское общество, по-моему, до сих пор и постсоветское, оно как струи воздуха, оно просит все время что-то такое, чтобы дали возможность посмеяться от души, правда? Ну вот, поэтому я сотрудничал в юности, вы спрашивали о юности, в отделе, там был зеленый портфель, такой юмористический отдел, и там был Виктор Славкин, который в дальнейшем стал драматургом и так далее. Вот он, там печатал мои... Это рассказы. Очень интересно, вот это ваш круг общения там был, да? Вы вообще в Москву потом переехали, да? Да, ну я, в общем, работал в подмосковной лаборатории, это было примерно, час езды от Москвы, поэтому я потом переехал уже в Москву. А потом переехали, да? Да. Вы ведь учились на высших каких-то курсах журналистских, да? Институт журналистского мастерства при Доме журналистов. При Доме журналистов. Это было двухгодичные курсы, поскольку я в то время уже работал редактором, и, так сказать, я закончил эти курсы, А это без отрыва от производства? Без отрыва от производства. Вечерами? Это вечерами в течение 2 лет. И это вам что-то дало, да? Ну как, это в основном редактура, так сказать, редактировать, так сказать, тексты. Но должен сказать, что я думаю, не думаю, что есть, что нужно было что-то такое знать для того, чтобы писать рассказы или фельетоны. Это нужно было просто много читать. Я думаю, что на самом деле очень простой, так сказать. Пастернак, отвечая на вопрос одного моего старого товарища, который спрашивал его, нужно ли пойти в литературный институт имени Горького. Слушай, я пишу стихи давно, Пастернак сказал, что это, в общем-то, ничего, можно писать. Он ответил, что упаси Боже, ни одного поэта, который получился вследствие прохождения курса литературного института, я не знаю. Кто-то был поэтом до. Ну, вы знаете, это другая школа, я не хочу отвлекаться. В Америке это по-другому смотрят. В Америке довольно последнее время, особенно широкая сеть специальных, даже у нас, в моем колледже на английском отделении есть отделение художественной литературы. И туда принимают всех, кто хочет пытаться. И должен сказать, что с течением времени я, вот, как, в общем-то, пишущий человек, я вдруг понимаю, что, в общем-то, какая-то школа просто
Ты, конечно, можешь сам ко всему этому прийти, но она, как бы, знаете, как науки сокращает нам опыт и быстротекущей жизни. Совершенно верно, вы сняли у меня с языка. Совершенно верно, и какие-то вещи я бы, конечно, бы как раньше обратил внимание, потому что делал все это интуитивно, знаете, и так далее. Поэтому я не вижу ничего зазорного. Нет, зазорного я не вижу. Хотя это, конечно, не прибавляет тебе ничего. Ну, Пастернак немножко заострил свою мысль. Ну, все правильно, все правильно. Это гипербола, чуть-чуть. А тем более еще советская школа, не забывайте, где бы наверняка бы речь шла о каких-то канонах, да. Шоры. Шоры, конечно, конечно. Теперь скажите, пожалуйста, вы уехали очень давно, в 74-м году. В 74-м году, кстати говоря, не так просто, по-моему, было еще уехать. Ну, вы знаете, был такой перерыв, это был период, такой короткий период между... Мне просто повезло, вообще, какие-то мне бы везения были в жизни. Это когда отменили, так сказать... Вы еврей, которому везло? Ну, вот странно. Да. Ну, вот представьте, ну, я не могу сказать, что все время везло, все-таки... Быть евреем — это уже большое невезение было. Поэтому хоть что-то. Я это имел в виду. Но был период после отмены налога на образование. Был какой-то период, когда, видимо, так сказать, решили дать показать что-то, так сказать, что есть, ну, все в порядке и так далее. Поэтому я, в принципе, ждал 3 месяца разрешения. Меня выпустили. Но, конечно, все равно задним числом я понимаю, что был риск. Что мой, так сказать, друг, который тоже был журналистом, он все то же самое. Его 9 лет продержали в отказе. Почему до сих пор не он? И понятия не имею. Я думаю, что это, на самом деле, поскольку я вам говорил, что сейчас моя следующая работа об эмиграции, это было не случайно. Это было специально сделано так, чтобы вы не могли вычислить. Отпустит, то есть риск ваш. Иначе бы люди знали, а, у меня такая же биография, меня отпустят. Отпустят. Ничего нет, подобного. Нет, подумай, почеши затылок. Совершенно верно. Вообще Софью Власьевну не всегда можно было понять. Она была в чем-то весьма изощренной. Ну, в этом смысле, скажите, Эмиль, вот сатира, юмористика всякого рода, анекдоты, это что, ваше основное литературное какое-то призвание? Или, судя по рассказу «Последний звонок», по-моему, вы пошили немножко. Ну, да, но дело в том, что вопрос довольно простой, потому что я думаю, что, во-первых, в России это только начинал, в общем-то, писать. И думаю, что вот единственное, что я мог, в каком жанре мог, как говорится, подвязаться, это в жанре газетного фельетона или короткого юмористического рассказа, в котором было место, куда появиться. Попасть в какой-то толстый журнал — это совсем другая литература. И потом, я об этом пытаюсь сейчас написать вот в новой книге, в которой я работаю. Что я мог сказать, кроме... Знаете, писательство все-таки очень личная вещь. Неважно, о чем вы пишете, все равно вы говорите о себе так или иначе. Поэтому в те годы рассказать о том, что значило быть еврейским мальчиком в Одессе послевоенные годы, я думаю, что литература не имела бы, не нашла бы издателя, одним словом. Вы понимаете, в то время, в то время. Сейчас другое дело. Но вы написали потом такие воспоминания. Ну, я написал уже в Америке. Да. Ну вот, а когда я приехал в Америку, то я думаю, что иммиграция сама по себе — это большая тема. Я помните, конечно, знаете, когда у Хемингуэя спросили, вот как он насчет сюжета, насколько ему легко найти сюжет и так далее. Речь шла, так сказать, «Испанская война» и другие. Он говорит, послушайте, война — это уже сюжет, вам не надо искать. Иммиграция — это уже сюжет. Иммиграция, неважно, как сложилась ваша жизнь здесь, это слом судьбы, это перелом, это то, что вложено как бы в структуру любого драматического произведения. Какой-то перелом, какая-то новая смена обстановки полностью. И поэтому, естественно, она заставляет и задуматься. Поэтому здесь я начал писать серьезные рассказы. У меня такое ощущение, что вы недолго думали, потому что ваше, так сказать, резюме и вообще ваш послужной список говорит о том, что вы брались за все, успешно продвигались, достигали целей, получали образование американское и писали при этом. Да, ну, вы знаете, это хорошо сказать, знаете, когда через запятую. На самом деле, если разобраться, у меня ушло на то, чтобы, скажем, получить место в университете, 15 лет. Да. Я закончил аспирантуру в Лос-Анджелесском университете. Да. На это ушло 3 года учебы. Потом еще 2 года диссертацию. PhD. Да, докторская, да, PhD. 2 года диссертация. А потом еще 3 года ушло на то, чтобы найти место. Да. А потом, найдя место, еще понадобилось 5 лет, чтобы тебе дали так называемую постоянную работу, tenure. Поэтому на все ушло 15 лет, поэтому я не думаю, что это так через запятую можно сказать. Да, конечно, запятая — это проще всего, поэтому, господи. Но единственное, что, так сказать, я, так сказать, действительно понял, что вот
в Америке нельзя сидеть, как говорят американцы, на своих собственных руках. Да, ну вы явно не сидели. Поэтому, вы приехали сравнительно молодым человеком, с семьей один? Я приехал с семьей. У меня был сыном, тогда женой и сыном. Моему сыну было 1.5 года. Вот, родился в Москве, поэтому он не может быть президентом Америки. Вот это жаль. Ну что, иначе бы наверняка. Да. Вот. И скажите, а как с английским было, когда вы приехали? Ну как, английский был, в принципе, на уровне школы. Я учился в школе, и ну, как в институте, там эти так нужно было сдавать. В общем, пришлось поработать. Конечно, конечно. Сейчас вы ведь пишете свои произведения некоторые на английском, и переводите их на английский. Да, да, все равно, конечно, это не родной язык, и это не язык, которым я... Хотя у меня были попытки, я написал несколько рассказов на английском, но все-таки я понимаю, что это как бы, ну, знаете, прыгать с завязанными руками за спиной, с высоты. Это, конечно, сложно. Вот скажите, вы постоянный профессор Хантер Колледжа, да? Вы там больше общаетесь с русскоязычными, то есть изучающими русский язык студентами, да? А как, так сказать, удельный вес английского в рабочем таком общении? Высокий? То есть вы подпитываете себя разговорной практикой? Ну, английский, я не думаю, что разговорный английский мне что-либо, так сказать, дает. Я все равно пишу. Ага. Художественная проза идет, так сказать, отсюда, из-под сознания. Поэтому, а там русский, конечно, которым я себя выражаю. Да. Поэтому, но английский у нас, в общем-то, я думаю, что меня взяли в колледж, поскольку я был как бы двуязычный. Одним словом, я веду лекции на, скажем, о кино на английском языке, но, скажем, класс короткого рассказа, русского рассказа на русском языке. Поэтому, так сказать, есть возможность и того, и другого. Потом, в основном, наши студенты, в основном, дети иммигрантов уже. Ах, все-таки? Да. Но они плохо знают русский, да? Они... Да вы знаете, смотря кто когда приехал. Когда приехал. Некоторые приехали сюда детьми. И приходят, и потому что их бабушки заставляют. Бабушки. Пойди, пойди. То есть они могут говорить что-то, но они не могут читать иногда, не могут писать. Читать труднее. Да, поэтому они приходят для того, чтобы изучить. Скажите, пожалуйста, Эмиль, что такое technical writer? Вы были в Калифорнии там каким-то technical writer. Ну вот, видите, я вам рассказывал, сколько понадобилось времени, чтобы, так сказать, получить докторскую. Вот пока я писал диссертацию, значит, первые 5 лет, когда я учился в университете, меня поддерживали, мне дали part-time работу, то я преподавал русский язык, будучи аспирантом, а потом это кончилось, они 5 лет достаточно, и я нашел место в Hughes Aircraft, большой корпорации, как, ну, я бы сказал по-русски, это, ну, как бы составитель технической документации, бы сказал. То есть нужно было обладать каким-то стандартным английским, более-менее несложным, и поскольку все-таки у меня был инженерный, так сказать, нежное прошлое, я, значит, просто разобрался, о чем там речь идет. Я работал довольно успешно 4 года, пока не получил место. В общем, это нужно было, чтобы хлеб насущный, правда? Ну, конечно. У меня семья была, как же я не мог. Как же, да-да-да. Ну, прекрасно. Время идет. Поэтому давайте очень кратко познакомим телезрителей с вашими книгами. Мы добрали 9 штук только из всего многообразия ваших книг. Ну вот, например, «Пещера неожиданности», буквально 2 фразами. Ну, это первая книга рассказов, которая вышла в Нью-Йорке, в котором собрана часть рассказов, написанных в Союзе, и часть уже написана уже здесь, да? А вот это по-английски написано, да. «Supervisor of the Sea». Да, это сборник, который вышел на английском языке. У меня просто несколько моих рассказов получили премии в штате Нью-Джерси. В штате Нью-Джерси вы вы и гранты получали всякие, да? Да, да. Ну, гранты просто так не раздаются, это какой-то всегда конкурс. Это конкурс. Да, и поэтому, когда получилось, что один из рассказов опубликовали в журнале Partisan Review, мне этот издатель позвонил и предложил сделать сборник. Ну, вот таким образом появился сборник. Вот любопытная книжка на русском «Кто ты такой?» называется. Ну, это моя, в общем-то, последняя книга на русском языке, опубликованная, поскольку она как бы автобиографическая книга, так сказать, в которой я рассказываю о себе и о своей семье, что было
ну, в частности, это история русского еврейства в 45 по 53 год, то есть сразу после войны до смерти Сталина, в этот период, наиболее драматический период. Ну, вот она сейчас выйдет на английском. Это ваше отрочество и раннее юность. Совершенно верно, да, считайте, что это две книги, детство и отрочество. Да, детство и отрочество. Ну, напишите еще университеты, вот. Тем более, что к университетам вы имеете прямое отношение. Ну, мои университеты будут звучать напрямую. Не в переносном смысле. Вот интересно, русские поэты 19 века. Это, наверное, пособие для студентов. Да, это пособие для студентов. Дело в том, что часть наших, это издательство «Эрмитаж» выпустило поэты 19 века, поэты 20 века. Поскольку уже появилось новое поколение в русскоязычных семьях, которые, в общем-то, родители хотят, чтобы дети знали русскую литературу. И вот для них были изданы эти книги, собраны самые лучшие. Это 19 век, а это, да, я показываю, 20 век. Издательство «Эрмитаж», для того, чтобы, так сказать, дети знали эту поэзию. «Эрмитаж» – это Игорь Маркович Ефимов, да? Да, совершенно верно. Ну да, я с ним тоже знаком. Вы с ним, конечно, хорошо знакомы, да? Вот. Это близкий был к Бродскому человеку. Да, совершенно верно, Ленинградского круга. Да, да, да. Так, а это «Forbidden Laughter» – это запрещенный или недозволенный? Недозволенный смех. Недозволенный смех, да? Да. Это уже ваша сатира? Да, нет, это... Вернее, нет, вы коллекционируете. Это был просто был сборник анекдотов советских, которые, как казалось бы, все знают. Но дело в том, что он случайно мне принес довольно много внимания со стороны американской прессы, включая «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», потому что тогда началось, вторжение в Афганистан, поэтому все, что касалось русской тематики, немедленно приобрело интерес. Потому что вторжение в Афганистан – это было проявление высочайшего юмора со стороны старцев в Кремле. Да, на самом деле здесь это не было бы воспринято в Америке как юмор. Как юмор. Но к вам интерес был огромный. Да, был интерес огромный. Потому что я знаю, я слышал со стороны, что в это время вы были на расхват. Да, во всем случае были телевизионные передачи, и радио, и телевидение, и так далее. Потому что всех интересовало. Оказывается, честно говоря, я эту книгу, и по этому поводу было много всяких, в моей собственной биографии были последствия этой книги. Дело в том, что когда она вышла и получила такую широкую publicity, одну из статей в Washington Post перевели на русский язык «Голос Америки». И журнал «Крокодил», который меня печатал в течение 10 лет, написал, как говорится, разгромную статью обо мне. Кто я такой, не знает, не знает. И вот он себя представляет. Одним словом, короче говоря, что я продался Пентагону. То, учитывая, что тогда я был аспирантом, я думал, если бы Пентагон хоть что-то мне дал. Ничего подобного. Вам ничего не отвалилось. Я обломилась. Самое смешное, потому что, в общем-то, книга была не только политический анекдот. Вы знаете, там, в смысле, собраны самые разные. Моя задача была как бы доказать американцам, с тем, что я столкнулся. Большинство американцев не верили, что у русских есть чувство юмора. Да. И я пытался доказать, что есть на самые различные даже как мы не очень уверены в чувстве юмора совершенно у американцев. Потому что на этот счет очень хороший рассказик юмореска есть у Жванецкого. Потрясающе. Больше не будем рассматривать книги. Давайте, у нас осталось буквально 2 минуты. Несколько слов о вашем рассказе. Если можно, кратко. Значит, как возникло это, какой был, так сказать, творческий позыв, что вас подвигло на последний звонок, рассказ грустный, но рассказ совершенно правдивый, искренний, он очень отвечает нашим чувствам. Может быть, любовь к Чехову, может быть, эмигрантское переживание. Ну, конечно, любовь к Чехову, да, разговора быть не может. Конечно, любовь к Чехову, само собой, я его, так, можно сказать, перечитывал много раз, будучи там, и все под каким-то обаянием его творчества. Но, конечно, это, я думаю, тема, во-первых, тема, которая меня волнует, это тема евреев в русской культуре. Что вот с одной стороны, у него нет другой культуры, это русская культура, его культура, вся остальная культура, как вы знаете, была уничтожена, буквально, в буквальном смысле слова, в 52-м году, выстрелом в затылок, лучшие поэты и писатели, я же не говорю о том, и что актеры. Язык, да, и актеры, я же не говорю о том, что язык, конечно, тоже, так сказать, был выкорчен, практически. Одним словом, вот, так сказать, поэтому, понимаете, вот такая некоторая безысходность судьбы, и там, и здесь, он недаром мой, так сказать, герой недаром уехал оттуда, потому что он не видел будущего для себя там. Хотя и понимал, что здесь нет будущего. Одним словом, вот такая коллизия, которая, конечно же,
гораздо шире, чем просто речь идет об актере. Я думаю, что это и писатель, это и художники, и многие другие. Хотя, конечно, есть много примеров тому, что, скажем, художники преуспевают, некоторые русские, но художник не связан со словом. Это важный момент. Да. Музыканты не связаны. Музыканты тоже, но... Не всегда связаны. Да, не всегда. Да. Но тоже это другая как бы сфера. У меня и такие, так сказать, истории были, что, в смысле, встречи с людьми. Конечно, результат, ну, как всегда, всего пережитого и переосмысленного. Да. Естественно. Эмиль, вы много работаете, и это залог того, что мы еще, наверное, во-первых, не первый раз беседуем, и, наверное, еще много раз поговорим, поскольку, значит, вы безостановочно трудитесь. И сейчас вы уже упомянули, вы работаете над новой книгой, и я хочу закончить наш сегодняшний сугубо предварительный, подчеркну, разговор выражением надежды на то, что мы будем время от времени встречаться, и вы будете вводить нас либо в курс вашей творческой деятельности, либо что-нибудь поговорим о литературе. Ведь вы же профессор по литературе и русскому языку, правда? То есть это ваша академическая область, да. Не так ли? Ну, прекрасно. Спасибо вам, что вы нашли время к нам зайти. Угу. Теперь давайте будем прощаться с нашими телезрителями. До свидания. Всего доброго, дорогие друзья.